О, Юля, привет! Это я опять переезжала сегодня на балкон. Все для вашего удобства, для своего тоже. Пока все перенесла. Погода у нас отвратная. Вот. Вон, дождик идет. Мы сегодня будем плести на балконе. Хотела сплести часть ракушки, чтобы не задерживать. Но потом мне объяснили, что это неправильно, потому что мы же плетем в прямом эфире для того, чтобы... Так, сейчас я эфир настрою. Для того, чтобы со мной можно было плести, а я все время плету заранее. И поэтому со мной неинтересно. Поэтому я решила ничего не доплетать, не выплетать без вас. Леску с переездом я потеряла, такую жесткую. Сегодня буду делать вот из такой, первый раз вставлять, потому что раньше я вставляла в жесткую. Ну, посмотрим, что получится. Так, Инна, здравствуйте, поразительно, я сегодня первая. Здравствуйте. У меня просто только чат загрузился. Пока Наталья, привет. Привет. С переездом, конечно, тяжело. Там вроде все уже настроено было. А здесь 2 часа мне не хватило, чтобы аппаратуру всю свою перенести. Так. Значит, приготовила шаблон. Ссылочку на страницу ВКонтакте Светланы Зуевой, у которой я это все подсмотрела. Спасибо ей огромное за этот мастер-класс. Вот, я оставлю в описании, я туда уже ее прикрепила, так что можно посмотреть. Замечательный мастер, который делится всеми своими наработками. И по... Так, даже нет. Сейчас я намечу, сколько надо отрезать. Я сгинать не буду. Проволоку намечаю, сколько отрезать. Ольга, доброе утро. Доброе утро всем. Всем-всем. Доброе утро. Так, беру трубочки. Трубочки я выпустила видео. Заговариваюсь прямо с утра. Выпустила видео, как я их красила. Вот после обработки трубочки у меня... Ну, принта здесь совершенно практически не видно. Я рассматривала его близко. Это трубочки из газет я красила. Ссылочку на видео о покраске я оставила в описании. Так, вставляю в трубочки проволоку. Трубочки у меня накручены на спицу 1,5. Проволока 0,9. По идее, должна хорошо вставляться. Ну, что-то она нифига хорошо не вставляется. А, при покраске трубочек еще было видно скрутка, ну не скрутка, а вот где крутили вот эта часть, ну там видео видно. А после обработки все, больше ничего не видно. Трубочки стали хорошие. Что-то только в проволоку не хотят вставляться. И проволоку взяла гораздо меньше, чем диаметр спицы. Все равно что-то. Сейчас мы эту проволоку сделаем очень острую. Ольга Долматова, всем доброго утра и отличного настроения. Доброе утро. Так, сейчас я попробую ее с другой стороны вставить. С этой не хочет вставляться. О, с другой стороны почти вставилась. Рано обрадовалась. Оля, проволоку надо вставлять, когда трубочки не крашены. Да, но только у меня здесь 3 трубочки надо на проволоку вставить.
как же я ее потом покрашу. Вот, все вылезло. Я ни разу не вставляла проволоку до того, как трубочки красила. Я все время вставляю после. Все время так. Сколько у меня здесь? Две трубочки, 2,5 будет на проволоке. Так, одну вставили. А сейчас это будет посередине, а те две хотя бы наполовину, чтобы вставились, и все нормально будет. Я ее хочу вытащить, она отрезается. Так. Ну, я... поострее срезать кончик. Ну, здесь, в принципе, только вот одна, потому что она длинная. Здесь я вставляю друг в друга. Все, нахожу, где она тут закончилась, проволока. Вот она. Отрезаю трубочку. Так, и здесь... Так, Людмила, здравствуйте, Ольга, здравствуйте все. Заглянула поздороваться. Постараюсь посмотреть вечерний эфир, если получится. Здорово. Заходите. А, завтра эфира утром не будет, вечером будет. А завтрашний эфир я буду в четверг проводить. У меня завтра у ребенка утренник к 23 февраля, который... Поэтому завтра не будет ничего. И... сверху, нет, не сверху, я уже просто забыла, плела я в прошлом году ее, немного подзабыла, сейчас будем вспоминать. Так, здесь снизу я вот ее приложила и начинаю снизу формировать. По шаблону. Так, пока не очень получилось у меня одна к одной, даже связывать не надо. Я вот не знаю, наверное, я сделаю, отрезала еще кусочек проволоки, сейчас попробую, получится так, нет, с одной стороны вставить, мне не получается, не лезет. Ну и ладно, бог с ней, сейчас при обмотке она соединится. Я чуть-чуть лишнее срезала. Так, одну приготовила. Теперь нужна, значит, вот эта вот проволока. Плюс чуть-чуть на загибку я срезала. Так, Мария. Доброе утро всем. Привет из Тамбова. Привет. Пользователь планшета так и не переименился. Имя так и не... поставили другое. Добрый день из Пермского края. Вот поставите другое имя, мы уже вас не узнаем. Всем привет с городом Ценска, Орловской области. Так, ну здесь уже легко. Оль, всем из Москвы. Привет, Москва! Так, на нижнюю. Так, сейчас посмотрю, достаточно я оставила. И здесь сразу подворачиваю уголки. Так. Теперь следующую. Наталья, здравствуйте, Хабаровск с вами. Удобное времечко для нас. Спасибо вам большое. У нас 17:10, обалдеть. Погода по-весеннему теплая и солнечная. А у нас 10 утра, и погода по-весеннему дождливая. Дождь, слякоть. Ну, смывает песок, который вот сейчас у нас насыпали,
чтобы было не скользко. О, я телефон не отключила. Сейчас. А то все, телефон я выключила. Все, извините, забылась, что телефон включен. А то сейчас будут нам звонить. Так. Любовь. Доброе время суток. Это Любовь, город Орел. О, здорово! Привет, Орел! Вот. У нас уже есть Сарла, тут прям вообще соседи. Надежда, всем доброе утро из Украины. Доброе утро, Украина. Лена, всем доброго эфира. Украина, город Харьков. Доброе утро. Я те трубочки, которые не встав... ну, я не смогла вставить, я их откладываю просто, беру другую. Просто, может быть, где-нибудь... Она зацепилась, не хочет вставляться. Не знаю, не крашенными я ни разу не вставляла, все время вот так вот. Надо было... А, вот, вот с этой стороны легко вставилась, со стороны скрутки. Иногда там вставляется легко, иногда нет. Ну ладно, чуть-чуть отрежется, бог с ним. Так, ищу тоже, где заканчивается. Наталья, у нас уже почти прошел день, а у вас только утро начинается. Да, вообще, Хабаровск это... Мне всегда вот то, что разные у нас часовые пояса. Это вот, да, Хабаровск, Сахалин. С большой просьбой, чтобы были утренние эфиры, потому что когда у нас вечер и удобное время для нас... У вас уже глубоко, у вас уже почти утро следующего дня. Мне не трудно, будет у меня не одна ракушка, не одна мельница, а две. Просто единственное, вот что мне сказали, что надо плести вместе со всеми и не плести заранее ничего, а то так неудобно и неинтересно. Получается, если начинают делать, потом возникают вопросы, а мы уже все сплели. Так вот, внутри она зашла не туда, и все. С какой стороны я отрезал-то хоть? Так, всем привет с Украины, город Сквира. Я Лена, всем удачного дня. Привет, Лена. Согнула проволоку. Сейчас выпрямим. Когда она прямая, она, конечно, легко заходит. Лена, трубочки влажные, разбухли, поэтому тяжело вставить. Ну да, они цепляются за эту проволоку. Ну просто, если честно, я даже и не подумала проволоку вставить до того, как я их красила. Вообще, просто у меня проволока, это, получается, трубочки 1,5 миллиметра спица, а проволока 0,9. Она должна была со свистом влететь. Она вот не хочет никак. Ирина, здравствуйте и процветайте. Ольга и все-все-все. Украина, Александрия. Здорово. Спасибо за пожелание. Так, это мы сделали. Если я обрежу пораньше. А, ну, недостаточно здесь. Нет, не хватит.
Татьяна. Всем доброго дня. Ольга, спасибо, что пригласили на эфир. Барнаул с вами. Надо было все-таки чуть-чуть до эфира пару трубочек подготовить. Вот, а это вот легко вставилось. Раз и все. И сразу вставилось, наверное, потому что все, они решили перестать меня мучить. Здесь чуть-чуть даже подрезать придется. Ирина. Проволоку лучше вставлять в сухие окрашенные трубочки, а потом обрабатывать. Уже говорила, что проволока у меня очень узкая. Ну ладно, на ошибках учатся. Девчонки, надо вставлять трубочки сухие, когда не сухие, а потом обрабатывать проволоку. Ничего страшного. Ну, вот она вот так вот должна была вставиться. Вот раз и все. Это просто у меня были неправильные трубочки, как Винни-Пух. И это неправильные пчелы, они делают неправильный мед. Так, раз, два, три. И последнее. Так. Хватит ее длины-то. Ха-ха. А последней длины не хватит одной проволоки. Ой, трубочки. Надо друг наращивать. Ладно. Нарастим. Это останется на вечерний эфир. Ольга, Лена, у меня в сквире много родственников, муж оттуда. О, здорово. Клаудия, Ирин, добрый день из Москвы. Добрый день, Москва. Да, Ирина пишет, я еще немного стачиваю наждачкой или надфилем вместо среза, чтобы не цепляло. Да-да-да. Ну, у меня вот сейчас должна быть хорошо она вставляться, потому что, может быть, просто... Я даже не знаю, что так вот получилось у меня с первыми трубочками. Сейчас-то все уже. Здесь место наращивания друг друга. Здесь мы будем трубочки эти оплетать, и они будут не видны. В принципе, не хватило-то чуть-чуть. Все. Так, теперь собираю. Наталья, всем здравствуйте. Доброе утро. Теперь буду собирать. Вот, не хватает, отрезала лишнее. Заново вставлять не буду. Так, где у меня тут не приходилось, которые... Отрезаю еще одну проволоку. Так, вот у меня первая моя плетенка. Я нашла, я ее вот храню в ней нитки. Там такая была на спицу 2,5 миллиметра накручена, такая мощная. Все везде пригождается, поэтому надо вообще учиться плести. Это здоровское занятие. Так, Надечка, всем привет из Сибири. Привет, Сибирь. Так, и закрепляю вот на этой трубочке. Здесь я закрепляла, сначала приклеивала, но мне кажется, что вот удобнее просто нитку отрезать. Режется. С этой стороны. А потом проклеить, потому что с этими прищепками я мучилась в прошлом году. Господи, даже завязать веревку не могу.
Так, ниткой перевязываю. Сейчас еще несколько раз прокручу. Еще и нитка оторвалась. Так, значит, надо потолще. Ее в две нитку делаю. Не хочет в одно, сделаем в две. Потому что здесь затянуть, чтобы она при плетении сейчас не выскочила. Сейчас вроде нитки хорошие были. Так, попробуем другую катушку. Так, и вторую часть тоже к этой трубочке. Это будет основание. Сейчас проклеим. Подрежем так. Висит. Так. Наталья пишет: девчулечки, давайте дружненько поставим Оле лайк в знак благодарности за ее драгоценное время. Я так думаю, пальчик этот мазочек не натрел. Спасибо за заботу. Так, все. Закрепили. Лена, о сколько нам открытий чудных готовит просвещение духа. И опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. И случай бог-изобретатель. Да. Если не получается по одному, надо по-другому. Здорово. Спасибо за чудные стихи с утра. Так, здесь. Так, Алла. Спасибо, Алла. Спасибо. Из моего опыта небольшого. Я знаю, что это прям даже очень помогает. Такие напутствия. Вроде все знаешь, вроде ко всему приготовился, и во время эфира может как что-нибудь случиться. Типа проволоки, которые не хочет на свое место заходить. Так, здесь тоже закрепляю все нитками, потому что ждать, пока высохнут. Надо было ждать. Нитками, мне кажется, привязать будет прочнее. Так, Настя, я заболела. Болеть сейчас... Что-то все, многие болеют, потому что не хочет вирус замораживаться. Зимы не было. Все они живые. Выздоравливайте. Ну, хотя я не знаю. Вот одну я сплету сегодня часть ракушки. Мне кажется, не стоит ждать. Надо отдельно доплести вторую часть, что я буду то же самое в эфире делать еще раз. Одну часть ракушки я сейчас сделаю, а вторую часть, наверное, за кадром. Как вы считаете, это правильно будет, если ну, не тратить вот это время? Потом те, кто надо, сплетет вторую часть так же, как и первую. Я же правильно думаю. А на следующем занятии мы ее соберем. Сразу патину сделаем. Я на одной части сделаю, одну загрунтую. Потому что патину надо наносить после грунтовки, когда уже высохнет, перед лаком. Ната, здравствуйте, случайно попала, очень рада. И мы вам рады. Здорово.
Наталья, Аллочка, здравствуйте. А когда мы вас услышим? Да, когда мы вас услышим? Алла, тоже с внучками сижу, что-то разболелись. Уже вторую неделю каждый день к ним мотаюсь. Да, вот дети тоже. У меня, получается, 1,5 месяца моя младшая дочь болела. Конечно, вообще очень тяжело. И сейчас она вот только в садик до сна. Она и так-то до сна, но можно было бы оставить, но у нее к обеду закладывает нос полностью, она дышать не может, надо промывать. Так, Елена, всем доброе утро. Я так привыкла к формату ваших трансляций. Утром плету заказы в приятной компании, а вечером кручу трубочки, тоже не одна, с единомышленниками. Здорово, спасибо. Ну, вот у меня тоже получается свободное время, когда я с вами. Иногда бывает неохота, когда один сидишь за компанию. Так, следующую. Ирина, всем желающим скорейшего исцеления. Спасибо, я присоединяюсь. Правильно. Сейчас весна, уже скоро, сейчас у нас уже снег растаял, сейчас дождем все последнее смоет. И уже все, уже хочется, уже перец надо сажать. Так. Инна, правильно, это будет наше домашнее задание. Я уже офонарела от урока. Да, мы еще не в школе, но домашнее задание сделайте поделку. Вот у меня ребенок, честно, в выходные сидел, поделку делала. Она буква своего имени. Я говорю, я не буду делать. Задали детям, пусть она делает. Там, конечно, такие поделочки были. В садике принесли родители. Ну, очень старались. Наверное, долго сидели. Я не... Сейчас еще уроки эти. Я школы боюсь. Если честно. От этих домашних заданий. Боются не детям, а родителям. Так, Ли Алла пишет. И Наташенька после... Пока не знаю, внучки болеют, приходится к ним ездить каждый день. Да. Так, размеры повторите. Я их, в принципе, размеры не называла. Но я сфотографировала. Вот в сообществе там фотография выложена. С размерами, чтобы получается, я когда расчерчивала, здесь 13 сантиметров, здесь 23, если вот плохо видно, а здесь хорошо видно. Я здесь откладывала вот в сантиметрах, и когда начертила вот это вот, я пополам чертила пополам нужную форму, вырисовывала, а здесь откладывала и проводила линии. Так, Анна, это у меня интернет виснет, нет, или у вас тоже? Нет, у меня тоже виснет. Периодически виснет интернет, я ничего уже сделать не могу, потому что у меня к роутеру ноутбук подключен к роутеру напрямую шнуром, и все равно вот он виснет. Это наказание прямых трансляций. Что-то у меня никак. Это, наверное, все-таки у меня. Хотя я не знаю. На телефоне у меня вообще он не должен виснуть, потому что я веду трансляцию с телефона и через Wi-Fi, и все равно он вот периодически показывает, что соединение потеряно. Хотя такого вообще не должно быть.
так. Елена пишет, на стол запрыгнул кот, слушает, смотрит на руки и слушает голос. Наверное, ему нравится. Ну, здорово. Моя кошка спит и ушла спать. У меня она уже такая в пожилом возрасте, постоянно спит. Елена, добрый день. Привет из Новосибирска. Здорово. Новосибирск, привет. Из Новосибирска у нас еще никого нету. Наталья пишет, у меня тоже виснет. Наталья, вижу действие, слышу голос. Ну, колесико крутится. Ну, вот у меня тоже периодически он зависает. Знаю, как это неприятно, но сделать ничего не могу. Потому что вот все, что от меня зависело, я уже все сделала. И роутер стоит рядом с телефоном. Это не помогает. Надечка, мой тоже кот тоже спит на моем рабочем столике, а я ютюсь на полочке для клавиатуры, доплетаю кувшин. Ну вот единственное, что я не могу, когда на моем рабочем месте кто-то занимается. Я всех прогоняю. Я эгоистка. Хотя бы рабочее место надо себе. Хоть что-то надо себе. То уже. И последнюю привязываю. И будем плести начинать. Так. Инна, моя кошка любит чесаться в трубочке. А моя вообще в последнее время спит. Прям вот у меня там лежат трубочки, уже окрашенные, но не обработанные. Вот она на них спит. Все трубочки в шерсти. Она у меня длинношерстная. Порода дворовая. Старшая дочь, когда была маленькой, принесла ее с улицы котенком. Сказала, мама, ну пожалуйста, ну давай заведем кошечку. Больше я на это не поведусь. Никаких кошечек. Только первую неделю она, наверное, за ней убирала, кормила. Потом эта кошечка плавно стала мамина. Ну да, что повторный эфир, завтра эфира утром не будет, девчонки, потому что завтра утром у меня утренник у дочери в садике, поэтому эфир будет в четверг, как раз до четверга, кто захочет, вторую часть сплетет. Ой, ничего, узляк завязался. Так, ура! Так, теперь я для прочности это все клеем проклею. Что-то у меня не хочет вообще на ноутбуке висит. Сейчас, секундочку, я перезагружу эфир. Потому что я вас прочитать не могу. У меня висит плотно. Так, клеем. Проклею вот здесь вот. Быстро, в принципе, высыхает. Давай. Заодно все эти ниточки приклеются.
Елена, я подписалась к вам, нравятся ваши мастер-классы. Спасибо большое. Так, вроде все. Фу, с основанием справились. Чуть-чуть я ее... Ну, сейчас я первую трубочку проплету. Так, закладываю сейчас. Надечка, Олечка, ты что, как прогонять хозяина? Еще место освобождаю, убираю от... То, что... Потому что про него пишу, он знает. Не, у меня кошки есть место, где я ее не трогаю. У нее же есть свое место на подоконнике. У нее там домик. У нее там так закрепила трубочку. Начинаю плести с середины. Вот закрепила трубочку, туда вставила. Ну, как вот вы закрепите, с какой стороны? Просто обогнете ее. И ситцевым плетением одну трубочку сверху оплетаю, основание, другую снизу. Получается, до верха я доплетаю. Здесь у меня... Ой, пока вверх плела, внизу развалилась. Сейчас я не приклеила ее тут. Надо подклеить, чтобы она не выскакивала. Короче, нижнюю трубочку надо подклеить. Прищепкой пока закреплю, чтобы она так со мной в следующий раз не поступала. Как вот показать, чтобы оно выпуклое было. То есть трубочки сейчас начну оплетать, чтобы они вот чуть-чуть выпуклые держались. То есть не делать ее плоским, не держать ее на столе, а чуть-чуть выпуклое. И здесь тоже где-то в центре начинаю. И здесь один раз оборачиваю, и пошла вниз трубочка. Здесь я наращу сейчас после оборота. Потому что там наверху выйдет она. До оборота наращиваю. Инна, Наталья рассмешила. Моя поначалу ловила, когда я плела, потом вместо... груза забиралась, теперь вот почесывается собака. Динара пишет. Олечка, приветики и всем, кто в чате. Динара, привет. Так, делаю оборот. Так как у нас получается эта часть намного шире, вот верхняя, чем нижняя, здесь я буду, здесь вот укладываю, тоже важно, кладу рядышком, то есть не друг на друга, а вот как обмотку начинаю делать. Сначала я завожу за первую стоечку и обратно вверх. То есть до конца я не плету. Вот уложила вверх. Опять огинаю. Огибаю. Меня мучает. Это слово мое проклятие. Так. Огибаю. Тоже оборачиваю. И уже за две. То есть вот тут вот буду. Здесь наращиваю. Елена. Не, они у нас живут, что мы пользуемся их благосклонностью жить рядом с ними. За это мы должны их кормить, любить и всячески баловать. Да. Здесь у меня получится верх. В принципе, здесь будет патина. Но я все равно наращивание произвожу вот внизу, чтобы трубочки все-таки вниз ушли. Так, Динара пишет. Аллочка, привет. И как ваши внучки? Выздоравливайте, не болейте. Пусть бережет Бог вас всех. Вот, да, я присоединяюсь. Здорово.
здесь придерживаю, потому что вот выскочила. И уже делаю поворот на второй. Делаю разворот. Так, и плету вверх опять. Вверху огибаю и назад. Боюсь, что неправильно поставлю ударение. Динара. Дай бог и вам не болеть, Олечка. Спасибо. Так, наращиваю. Так, по одной спускаюсь ниже, ниже. Опять поворачиваю на следующий, плету вверх. Алла пишет, что ей старшей внучке, у нее 9 лет исполнилось сегодня. От всей души поздравляем вас. 9 лет. Инна, как в анекдоте, кто говорит, что коты не поддаются дрессировке? Двое суток и хозяева как шелк. Точно. Один день она не ест ничего, это от этого отворачивается, от этого отворачивается. Второй день не ест ничего, кричит, психует. А на третий день я... Галина, доброго здоровья всем, спасибо за уроки, Запорожье. Доброе утро, здорово. Так, мы доплели, получается, уже в самый низ спустились. Вот до сюда. И на последний тоже поворот делаем. Динара, я посмотрела ваш МК, как покрасить черный цвет. Такие красивые трубочки получились, вы молодец. Олечка не боится красить черный цвет. Я боюсь, вдруг не получится черный такой, как у вас. Нет, получится. Получится, если не получится, вот мы как раз патину нанесем. И будет вообще все здорово. Вот вчера еще, когда я делала видео, вчера готовила трубочки, да, сушивала, или вчера, или позавчера, когда я делала. А, позавчера, наверное. Вчера не делала. Были они еще, принт виден был, а сегодня, вот я уже говорила, когда после обработки принт вообще не виден. Присматриваешься, и ничего на нем не видно. А если сейчас сверху еще... Ну, принта не видно. То есть, если вот так вот носить, забыла я обернуть. Нет, не забыла. Забыла. А, нет, не забыла. Или забыла, почему у меня так вышло. Ну, ладно, это не столь важно. Не, не забыла. Это просто с другой стороны у меня вышло. Одна снизу, другая сверху, да. Так, все, и мы почти дошли до низа.
До середины мы точно доплетем. А остальное все вот как раз те, кто до завтра все доделаем, успеем. И я доплету с вами. А вообще мне очень понравилось плести вот с этими с мельницами, когда во время плетения дают подсказки, и уже получается даже лучше, чем задумывал. Поэтому так тоже здорово. Никогда сам все придумываешь. Здесь я оборот не делаю, потому что внизу, потому что наверху у нас здесь просто расстояние больше. А здесь просто вот трубочку и сразу оборачиваю ее и сразу вверх иду. То есть лишнего оборота не делаю. Алла, все поздравляют именинницу. И я присоединяюсь еще раз. Здорово. Так, Елена пишет. На одной из трансляций вы посоветовали, извините, ударила свой кронштейн. Так, посоветовали зайти на Pinterest. Это было жестоко. Скажу я вам, семья потеряла меня почти на сутки. А сколько на доску накидала, хватит почти на год плетения. Да, вот Pinterest это вообще... Это, так я даже не там трубочку обрезала наверху. Да, это супер программа. Там столько идей. Там не только по плетению, там и по садоводству. У меня этих досок по садоводству, по вязанию. Что там только нету. И игрушки... Все, там есть все. Здоровская программа. Если кто не видел, не пользуется, пользуйтесь. Она в Google Play доступна на всех телефонах бесплатно. Алла, Елена, я уже в Пинтересте много лет пропадаю. Да, вот кто давно-то. Здоровская программа очень. Так. Динара тоже присоединяется к поздравлениям. А и у меня зависает. Я вот трансляцию на ноутбуке перезапускала, выходила и заходила заново, потому что ну, вообще я даже чат не могу прочитать. На телефоне меньше виснет. Так, Елена. Привет, Елена Рукоделкин. Вчера я до двух ночи заседала на Пинтересте. Всем привет. Привет. Ой, я ж не туда начала плести. Да, мне так интересно посмотреть трансляцию, но я даже в записи не могу посмотреть. Что-то вот после того, как вроде надеялась, что сейчас дочь пойдет в садик, времени прибавится. После того, как она пошла в садик, что-то вообще с этими поделками... Туда надо, теперь еще утренник, это надо выучить, то надо приготовить, и вообще времени не остается. Еще вот такое время, когда надо вечером за ужин всех усаживать. Никак у меня не получается, так интересно. Алла, Наташа, я в выходные видюшку сниму по плетению, как раз буду одна дома, муж на дачу собирался, трубежки уже заготовил. Ну, здорово. Наталья, сегодня ездила в частный детсад, хочу устроить сына, и разговорилась с заведующей, оказывается, она подписана у меня в Инстаграм, видела мои работы и тоже... Так, опять у нас кто-то там балуется. Спасибо, Юля. Светлана, с Pinterest телефона удалила, а то вообще в нем жила. А так на ноутбуке удобнее, и всегда есть время в нем сидеть. Ага. Алла, ага, когда будешь зайку доплетать? Так, Елена, Динара, не бойтесь экспериментировать, особенно в начальных этапах плетения. Попробуйте повторить эти трубочки, вам это окупится. Да, все то, что не покраска не получилась, если всегда можно сделать патину или колорирование. Я вот посоветую Елене. Свои, то, что вот у меня, мне не нравится, как покрашены трубочки на дурбаскет, которые я плела на прошлом занятии, ну, позапрошлом.
Сейчас у меня чуть-чуть, я определюсь со временем, сделаю и тоже покажу. Спасибо. Ну, такая атака, как в прошлый раз была, вдвоем не, и то не справлялись. Столько, ну, это вирус, скорее всего, был у меня в чате. Ну, потому что эти сообщения так быстро появлялись, что я даже на кнопку не успевала нажать. Так, Наталья, Юлечка не дописала сразу свою историю. Лимит по количеству буток сообщений закончился. Так, забываю я все время оборачивать. Вот я тут забыла. Зачиталась, заговорилась. Нет, не забыла. Я, может быть, где-то вот с этими оплетанием. Я стараюсь не отвлекаться, но на чат. Смотрите внимательнее вот здесь вот с этим. После каждого, когда здесь, вот надо оборачивать, потому что надо как-то уравновешивать. Здесь и здесь прибавлять там. Лена пишет. Юля всевидящая. Как? Так. Сущее око. Да. Приглядывай там. Пока мы тут заняты плетением, мало ли, что они там нам закинут в чат. Неприятно читать такие вещи. Как будто у людей других занятий нету, кроме как только показывать свой уровень своего мастерства другим. Причем не в очень хорошем занятии. Так. Ярослав. Здравствуйте, Ольга. Сегодня он не мастер-класс. Это, я считаю, мастер-класс это когда уже выверенное все знаешь. А это просто занятие по плетению. Я ракушку плела в прошлом году по фотомастер-классу Светланы Зуевой. Мне кажется, что если вещь придумана, изделие придумано классно, оно очень нравится, я не считаю зазорным это плетение брать у мастера и повторять, потому что это вот действительно зачем придумать велосипед, если она придумала замечательную вещь. Каждый чуть-чуть изменит форму, а принцип... Не хочет приклеиваться трубочка. Так, Елена, у меня на эксперименты вообще отдельное время выделено. Каждое воскресенье с часу до 5. О, здорово! Я говорю, это классно, когда можно выделить время для себя. Я прям мечтаю, когда у меня такая возможность появится. Придерживаю здесь, чтобы не вырвать ее, потому что ситцевое плетение еще и стойки далеко друг от друга, легко вылетает при соединении. Так, Юля пишет, вы плетете, а я за дебилами буду смотреть. Да, надо нас. Лена вчера полдня. Да, иногда такие выходные проходят, что прям вот в понедельник такое счастье отвезти ребенка в садик, чтобы муж ушел на работу и просто отдохнуть. Выходные это особенно сейчас, когда огород начнется. Это прям выходные будут. Выходные. Yeah.
Надя пишет. Привет из Бикина. Немного опоздала. Привет из города Мценск. Да, вот насчет... Вот у меня такие, я пока не забыла, скажу. Завтра, не завтра, послезавтра, когда будет продолжение трансляции, вот у меня это от Принглса я отрезаю и в подставочку, чтобы сделать. То есть вот баночку какую-то надо приготовить, не баночку, емкость. А то потом просто в конце трансляции забуду. И обычно все ставлю, чтобы все видно было, чтобы вам сказать, напомнить. Сама забываю. Все правильно, отдыхать надо, я люблю поспать. Да, Юль, я с тобой полностью согласна. Мы все любим поспать, и всем надо отдыхать. То все злые становятся. Чуть-чуть вот я пальцами ее вот так вот, чтобы она все-таки такая выгнутая была. Получается не плоская, поэтому я ее, чтобы, ну, не плету на столе. Татьяна, привет! Караулила, караулила и прокараулила. Привет! Я единственное, что может быть трансляции не в 10, а может быть там 10:30 будут попозже там. А так утром, если ничего не случилось, я вас всех жду. Заходите, не забывайте. Я сегодня вот забыла, например, дать объявление, что трансляция, ну, что все нормально, и трансляция будет. Опомнилась только, когда уже все на балкон перенесла. Сейчас чуть-чуть она у меня на сгибе подсохнет. А я пока чат прочитаю. Так, Алла пишет. Я вчера тоже приехала домой в 8, поужинали с мужем. И как завалились спать сегодня. Совсем вымоталась с каждодневными поездками. Да, и у меня сегодня без 15, в 6:45 зазвенел будильник. Я сегодня... Обычно я встаю 4:30, а теперь... В 6:45 у меня прозвенел будильник. Посмотрел на часы и думаю, зачем я в воскресенье завела на без 15:07 будильник. Лежу и думаю, что же я хотела сделать такого, что так рано завела будильник. Потом только до меня дошло, что сегодня не воскресенье, а только вторник. Да, что-то выходные прошли похоже. Много всего было сделано, что надо аж отдыхать. Инна пишет, я, например, случайно попала, хотела вздремнуть, да взглянула на YouTube. Все, не дремлю, бдю. Здорово, спасибо. Так. Здесь уже почти вот выровнялось. Так, подверну еще раз первую. Оленька, курочку будем плести после ракушки.
После ракушки. Мы курочку-то мы будем плести? Я вот не знаю, после ракушки я успею подготовить курочку. Может быть, придется через неделю. Не после ракушки, потому что мне хочется ее сделать с ручкой, а как ее сделать, пока я еще... Не делала ее. Я даже еще, если честно, не думала, потому что вот у меня поднос с этим подносом. Я не делала. Делала, у меня не получилось. Переделывала ее и никак с заказом. И вот эти вот ящики. Я вообще думала, что на следующий все-таки у меня времени с вами работать больше получается. Я просто хочу под шумок сделать, сплести эти ящики в садик, потому что, ну, ребятам, детям тоже нужно. Мне как раз их три. Один бы сплести самой и вас научить. Один вечером плести, один утром. Как раз три получится. А потом, наверное, курочку. Вот так вот. Сняла, половину видео смонтировала по груше. И так она у меня вчера на день рождения были. Подвинуть. Так, Надечка, сейчас и каждое изделие, потому что придирчивее стала к местам наращивания и укладки трубочек и ровности сторон. Да, вот начинаешь придираться. Раньше было проще. Ой, оторвала. Вырвала. Джулия, доброе утро всем. Я начинающая, живу в Израиле. Если кто-то из Израиля, напишите, пожалуйста, какими средствами обрабатываете и красите трубочки. Спасибо. Здорово, Израиль. Привет. Ну вот, в принципе, здесь и здесь уже сравнялось, и теперь можно плести, не делая вот эти вот укороченные ряды. И напишет, плетет под нос. Почему бы ситец не сделать? Ага, плетем. Нам трудности нужны. Плету столбик с накидом. Ну да. Точно. Так, сейчас чуть-чуть приклеится, а то выскочит. У нас получается как краска вся, колер, концентрат. А так краска у нас получается вся для дерева, которая все обработка дерева. Это я насчет того, что краска в Израиле, чем обрабатывать. Все то, что продается для дерева, все подойдет. Только не на спиртовой основе, потому что на спиртовой основе все-таки просто... Ну как, она тоже подойдет, морилки на спиртовой основе, просто запах будет очень сильный.
А так. В разных городах все продают. Да даже партии разные. По качеству, по всему у нас вообще надо просто для себя выбрать, как обработка будет. Побыстрее надо плести, поменьше разговаривать. По своему шаблону вот вы сплели, где что неровно получилось. Здесь вышло, вы просто посчитайте по рядам. Может быть, раньше надо плести без укороченных рядов было начать. Сейчас дойдем, все будет видно до конца. Больше похоже не на плетение, а на шитье, вышивание. Кронштейн закреплен на столе, поэтому я постоянно дергаю его, задеваю, когда плету. Я, может быть, даже тоже лишнее проплела укороченные ряды. Сейчас посмотрим. Если что, вот эту часть всегда можно пустить на низ. Первую, которую попробовали, с учетом всех нюансов, которые вышли при плетении нижней части. Так, здесь еще маленькая дырочка у меня есть. А проплетать уже буду вот вместе. Наращу снизу. Лена пишет, только что отдавала заказ, ходила. Заказчица говорит, что на фото был другой оттенок серого. Вот когда найдет, народ поймет, что фото не передает истинный цвет. Хотя цвет получился шикарный. Алла спрашивает, Лена, ну хоть забрали заказ? Да, вот с этим делом, то, что некоторые, ну, не понимают, что может быть. Так, у меня получилось из-за того, что вот здесь вот я хотела отдельно. Ага, ну здорово. Слава богу, что хоть забрали. У меня здесь совпали. То есть я плету, и вот совпало, потому что надо было туда вставлять. Вот я ее возвращаю. И все-таки буду продевать сюда, чтобы плетение начать снизу. А как я начну снизу? Нет, я вообще не буду сейчас это. Сейчас, секундочку, я сейчас подумаю. Сейчас приклею. Ага, я вот так вместе их оберну.
Так, Светлана пишет, у меня все заказчицы приучены и не видят на фото готового, пока вживую не получат заказ. Ну да, бывает. Бывает, бывает. Так, не буду я ничего делать. Я этой трубочкой сейчас просто оплетку сделаю, а доплету еще добавлю. То есть вот эта вот часть ракушки, вот это вот, где мы пришивали, я буду делать оплетку, просто оборачивать. Тем не менее, заказала еще один. Здорово! Лена, я тебя поздравляю. Так, если я так сделаю, то тогда здесь получится вот, у меня большой промежуток. Поэтому я отсюда... Ты что же такое-то хоть? Короче, наращу я ее в другом месте, потому что она что-то вообще не хочет. Или сделать еще один виток. Нет, еще один виток я сделаю. А наращу я пораньше. Не получилось, не получается так. Там получается слишком большое расстояние. Вот здесь вот между вот этими. Слишком между вот, вот здесь вот получается слишком... Получается, вот когда работаете у себя, у вас же свои шаблоны. Вы же должны... Да, знаете, что должно получиться? Попробовали вот... Не получается вот так вот. Попробуйте по-другому. Потому что, может быть, и трубочки могут быть разные. У меня вот на 1,5 миллиметра спицу накручены. Смысл должен быть, что доплетено должно быть полотно. И оплетка сделана здесь, с краю, чтобы все это скрыть. Да что ж такое-то? Я ее держала, но с другой стороны оторвалась. Не хочет трубочка наращиваться никак. Газетные трубочки, они такие. С бумагой потребительской такого, конечно, вот не бывает. Здесь иногда она очень тоненькая. Надо просто ждать чуть-чуть, пока чуть-чуть подсохнет. Так, Елена... Я сначала крашу трубочки, показываю заказчику, только потом плету или корректирую цвет. А, ну, тоже классно. Надечка, цвет не варьирует. А, искажается камерой. Ну, не знаю, камера, по-моему, вообще все искажает. Можно не очень хорошую вещь сфотографировать так, что она будет замечательная. Можно фотографии испортить замечательную вещь. Сфотографировать, а будет выглядеть она совершенно так. Так, как я решу. Ха. Ну, здорово. У меня еще просто заказчиц таких придирчивых не было. Всем все нравится. Так, я доплела, и теперь буду просто оборачивать вот здесь вот. Ой, вот снизу проплела. Буду оборачивать и дальше здесь. И тогда закроется вот это расстояние. Так, сейчас наращу. Получается, это у меня вверх. Так, Светлана, доброе утро. А у меня сегодня очередную мельницу купили. Заказ был. Ну, здорово. Ну, понятно, это только я не успеваю. Я мельницы не могу никак закончить, чтобы их сфотографировать. Они у меня стоят наполовину сделанные. Что-то я погорячилась на балкон, выйдя. Что-то здесь, когда сидишь, не совсем здесь тепло. Ну, так уже весны хочется. Наращивать на... Если сейчас не получится, я сейчас ее раньше еще наращу, потому что на поворотах наращивать вообще для меня... Они постоянно выскакивают эти трубочки. Так, и плету опять вниз. Так.
пишет. Вот, да. Трубочки, когда с цветом. Лучше всего, конечно, продавать уже готовые изделия. Человек видит, за что он деньги платит. А когда на заказ всегда волнуешься, получается не так. Кажется, что вообще не получилось то, что нужно. Так. Ну вот и все. Здесь у меня получается, я не оставила, уже места нету. Поэтому я, наверное, нет, еще один ряд сплету наверх. Подвину сейчас трубочки. И как раз мне останется место на обмотку. Лена пишет. А, Надечка пишет, что сплела тоже. Дорого, но берут из-за оригинальности. Да. Вот я тоже хочу доделать, чтобы до 20. Так, все, вот до сюда я доплела, и сверху я начинаю делать, уже обматывать вокруг. Лена пишет, как так все, тоже буду работать. Всем плодотворного дня. Спасибо, Лена, спасибо. Елена. Елена пишет, Гайдай пишет, Леня, у меня заказчики пока что местные, поэтому мне попроще. Берите, что Бог дает, что получилось. Я не успеваю делать готовые изделия, заказы мешают. Да. Вот, и я никак не успеваю, потому что заказ висит, надо доделать. Сейчас приклеится. Алла, Лена, по крайней мере, покупатель сразу видит, что берет. Хочешь, бери, не нравится, не бери. Хоть не обидно. Ну да, мне везет, что фотограф не очень в реальности изделия лучше. Здорово. Так, и теперь эту сторону. Даже действительно не плетение, а вышивание. Трубочку я вот плоскую сделала, чтобы легче было проводить ее. Ольга пишет, девочки, а я тут купила кулер цвета карамели, трубочки получились цвета молочного ириса. Прям съесть хочется. Здорово. А я все хочу карамель купить, попробовать. Надо купить, попробовать, посмотреть. Здорово. Лена пишет, а девочки, у нас солнце вышло такое яркое, что аж припекает. Ура, это весна. Здорово, я вам завидую белой завистью. Здорово. Уже все, уже весна. Уже хочется весны, все.
Елена пишет. У нас весны не было. Осень. Нет, у нас зимы не было, осень и сразу весна. Ну, у нас почти то же самое, но у нас была зима. У нас была зима 2 дня целых. Нет, целую неделю, наверное. Вот сейчас выпал. Счастливые. Алла пишет. У нас режим черного неба с выходных уже. Да. Позитив, как солнышко вышло, прям жить захотелось. Как вот такая погода гадкая. Под одеялку и спать, чтобы быстрее время прошло. Сверху половину я сплела, здесь вот где такие большие расстояния получились, чуть-чуть трубочки поправляю. Ну, в принципе, вообще, и она у меня не плоская, то есть я не на столе плела, я ее плела вот на весу, выгиная трубочки. И сейчас вот это вот, как получается, по рисунку спрячу. Так, под ближайшую, вот под эту, наверное. Все зафиксирую. Можно этим, что я просто не приготовила ПВА, он тоже высохнет, хорошо фиксирует и прозрачный становится. Начинаю плести другую сторону. Окрасьте свое настроение. Точно. Наталья, всего доброго. К сожалению, придется досмотреть записи. Брат с племянником проездом с Питера прилетели. Дома полнейший каламбур. Здорово. Хорошо, когда родственники приезжают. Удачи вам. Так, смотрю. Вот это у меня вверх. Значит, здесь у меня трубочка ушла вниз. Значит, здесь должна трубочка пойти вверх, чтобы не нарушать рисунок. Поэтому вот я ее заложила. И сейчас тут тоже зафиксирую. Я обмотку уже двух трубочек сделаю. То я в этот раз только под одну заложила. Так, и проклею сразу. Щепкой, чтобы высохло. Так, все зафиксировала и то же самое продолжаю плести с этой стороны. А я сейчас буду слушать и свой ролик снимать, вот как. А вы так умеете? Правда, я молодец. Да. И чтобы и снимать, и слушать, это вообще здорово. У меня нету пока отдельного микрофона. Накладывать я не могу звук сверху, видео. Поэтому мне надо, чтобы видео снималось вместе со звуком. Поэтому я не могу ничего смотреть, пока снимаю сама. Не буду делать наращивание на повороте. Чуть-чуть пораньше наращу. Ha ha ha.
Лена пишет, а главное скромная, да. Себя сам себя не похвалишь. Никто не... Лена, ты просто фантазия. Смотрю все МК Аллы и Лены. Вот такие молодцы. У вас золотые руки. Да. Главное, что все хотят просто поделиться с тем, что умеют сами. Это просто здорово. Я тоже с удовольствием смотрю мастер-классы девчонок, когда есть время. Там есть тоже чему поучиться, много чему интересуюсь. То есть я плету по той же схеме. Инна пишет, девочки, хочу дать совет. Отправила мужа за лаком, сказала, что на... Ну, здорово. Я вас поздравляю. Так. Привет из Одессы. Конфис-сервис. Может быть, я неправильно почитала. Прочитала тогда, извини, прошу прощения. Смотрю вас с удовольствием. Муля Елена. Привет из Одессы. Здорово. Спасибо. Елена, родственники это хорошо, но у меня они... Да что ж такое-то? Отвлекаюсь, чтобы прочитать. Думаю, сейчас все будет нормально. Она выскакивает. Пускай лежит тогда. Гости надоели. Дорогие гости, они надоели ли вам хозяева? Да-да. Первые 2-3 дня это вы еще у вас меня на один день хватает. Нарушается вот все быт и все, надо уже хочется вернуться. Мы консервативные становимся. Раньше мне самой куда-нибудь хотелось съездить в гости, а сейчас так не хочется никуда вот. Не думала, что Ольга, Инна, пусть еще трубочек накрутит столько, сколько, чтобы лак не успел испортиться. Точно, это не старость, это мудрость сидеть дома и заниматься своим любимым делом, чтобы никто не мешал. Не, здорово все увидеться, здорово поговорить, все, 2 дня и все, хватит. Дальше надо уже все по домам. У меня когда дочь была маленькая, старшая, когда ей было 8, родственникам в Москву, музей Чарльза Дарвина, в зоопарк, ну, всюду, пока надо по Царицыно ездили, это же надо один день, чтобы обойти зоопарк, один день, чтобы в Царицыно съездить, потому что с такими расстояниями, как в Москве, надо, мы планировали на 10, наверное, дней приехать. И в результате мы уехали. Нет, мы планировали приехать на неделю. Договорились, что всю неделю будем. Нам обязательно посмотреть, увидеть. Мы взяли обратные билеты, все. И вот у меня дочь, получается, сколько мы? 5 дней, наверное, пробыли. И на 5-й день она уже все. Мама, я хочу домой. Мама, я не могу. Мама, мне плохо. И в результате мы, когда пришлось сдавать билеты, ехать домой раньше, брать билеты. И вот мы, когда домой уже уезжали, у нее поднялась температура. И ночью она ехала с температурой уже домой. Причем мы приехали домой, больше у нее температуры не было. У нее температура была только в поезде. Вот ей настолько плохо было, что мы уехали на неделю из дома.
верните меня домой. Приехали, и все, и никакой температуры, никакого вообще, она поспала, и все. Все хорошо. Ну, такой вот, такая вот загадка. Елена, у меня точно нет. Всегда так было, даже 18. Вот. А здесь еще 8, я не помню, 8 или 9 было. Надо до такой степени вот. Она так домой просила. То есть это характер, походу, такой. Да, цветут и пахнут. Я бы денег пожалела и не дотащила. А тут 3 в одном. Здорово. Ну, а что там, да, маленький лак. Едва-едва тоже маленький. Надо сразу 10. Мужчина не такие. Елена, все болезни психосоматические. Ну да. От нервов. Светлана пишет, мой сын вообще не любит где-нибудь оставаться, переночевать или остаться. Да. Алла пишет, Инна, он специально тебе купил сразу 10 литров, чтобы ты подольше к нему не приставала. Ну да, такой вариант тоже присутствует. Ну и ладно. То пристаешь сразу с двумя просьбами, а то будет только с одной просьбой. Лак тоже есть. Там и на одну меньше остается просьбу. Растишки у Маришки. Всем привет, всем солнышко. О, спасибо. Спасибо, солнышко нам действительно не хватает. Хоть такое на такое посмотрим. Здесь повороты сделать. Вот у меня прям выходит-то все время на поворотах. Лена, я когда училась в младших классах, мама взяла путевку в Минск мне и брату. Так я за час до отъезда 38 температуру дала. Сильно не хотела ездить. А когда брат уехал, ровно через 10 минут я была здорова. Обалдеть. Ну вот я вот такое тоже. Я не сталкивалась никогда с таким. А вот приедем сейчас, ребенок с температурой. Ну, приехали, никакой температуры больше не было. Все было здорово. Инна, да нафиг мне этот муж нужен, когда есть вы. Шучу с ноткой правды. Во всех шутках есть только доля шутки, да? Алла, я тоже, я вот сама тоже дюфу хапнула 10 литров, а надо, то надоело по 2,5 литров мотаться брать. Ну, с такой погодой. Не надо ли вообще туда ехать, надо просто сразу много покупать. Так. О, у меня вышло наращивание не на повороте. А то я всегда замечаю только на повороте, когда неудобно наращивать. Рукоделкин Лена пишет. Мама до сих пор вспоминает. Да, это надо такой характер иметь. Вот сказала, не хочу, бах, и даже температура поднялась. Плела тут растишки у Маришки. Плела тут на заказ первый раз рамку для зеркала 80/40. Очень переживал, но заказчик сказал отлично. Здорово, когда заказчики с нами соглашаются, что все здорово. Особенно если мы видим, что ну, там бы чуть-чуть надо было не так. И здесь не так. Они-то этого не видят. Очень редко нравится то, что уже все сделано. Вот кажется, что если бы вот так вот было. Так, Ольга пишет, у нас внучку 1,2 годика привозили
на дачу. У нее внучки. У нее поднималась температура, дети уезжали домой, и дома температура падала. О, а как много этих таких же. Так, Мари Арт. Мариарти. Олечка, правильно прочитала, наверное, Мариарти. Олечка, что за красоту плетем, что это будет? Это будет ракушка. Вот это вот сейчас будет одна часть, потом такую же вторую сплетем. Домашнее задание сплести по этому видео такую же вторую утренник. Получается, в четверг мы будем соединять, наносить патину. Ну, как наносить патину? Патину наносит после того, как изделие загрунтовано. То есть мы соединим. Я просто одну часть уже загрунтую, чтобы просто рассказать, как показать, как это делается, кому это интересно. Может быть, кто-то еще что-то насоветует, потому что это здорово. Делаешь, вроде так всегда привык делать, а тут бах, и по-другому, с другой стороны. Обычно, когда глаз замыливается, с одной стороны вот делаешь, все устраивает, и не ищешь других путей. А что-нибудь, когда посоветуются, так нет, а потом подумаю, посижу. Вот как мельницу плели, забор мне посоветовали сделать. На самом деле так намного, мне кажется, лучше, если забор сразу из загибки сделать. Ну, получается, на следующем эфире, вот я, кто присоединился к нам, какую-нибудь баночку из-под чипсов или вот где-то сантиметр я отрезаю ровную, и это будет тоже будем обматывать, и это будет подставка для ракушки. Детям свойственно, Ольга пишет, детям свойственно влиять на температуру. Здорово. Жалко, что мы, когда взрослые становимся, теряем эту возможность. Оставляю себе или дарю, но обязательно делаю фото для себя, чтобы видеть все косяки и помнить нюансы работы. Отдавать заказчику страшновато. Да, вот как бы не пытался первый раз. У меня вот не получается тоже еще с первого раза сплести так, чтобы не было чего-то, что у меня только на второй, на третий раз. На второй раз, когда видишь все недостатки, я тоже стараюсь не. На заказ я, получается, еще ни разу не плела с первого раза. Второй, третий раза, потому что я знаю, что у меня с первого раза навряд ли получится так, чтобы прям. Ничего не хотелось изменить. Хотя есть всегда вечерний эфир. Там можно все изменить и сделать совершенно по-другому. Олечка, я живу в военном городке, веду в офицеровском круге. В клубе занятия по плетению. Ой-ой-ой, убежал. У меня чат убежал. Я не успела прочитать. Не успела прочитать. Верните назад. По плетению бесплатно. Девчонки в восторге. Говорили сначала, что не смогут ничего. А сейчас крутые все уже умеют. Ой, здорово. Здорово. Это вообще так здорово. Вот у нас тоже в городе есть. Вообще сейчас еще нет. Женщинами можно заниматься. Но только чуть-чуть попозже. Сейчас ребенок чуть-чуть подрастет у меня. Станет посамостоятельней. Если я не стану бабушкой к этому времени.
Ольга, да, одна голова хорошо, а 100-200 лучше. Да. Столько приходит идей разных в голову людей, которые, ну, я даже иногда вот не подумаю, что еще вот можно изменить вообще. Так, слетела трубочка моя сейчас. У меня половина этого ушло. Чата. Я прочитала, Инна пишет, Лена Хали. Ой, даже не в ту сторону начала плести. Да. А, Лена пишет еще. Рукоделкин Лена. Я не потеряла. Только сейчас я наоборот. Когда температура появляется, говорю себе, Лена, некогда болеть. И она за 1-2 дня, и я здорова, да. Если с этой стороны, то да. Бывает такое. Так, у меня уже получается, я здесь так больше стала читать, плести стало рыхлее. То, что надо на следующий эфир приготовить, я сказала. Так. Строительная грунтовка проходит Одесса. Строительная грунтовка для чего? Строительная грунтовка, чтобы за грунтовку добавляют во время покраски колеру, ну, разводят грунтовку пополам с водой, с колером, потом красят трубочки. Грунтовку грунтуют изделие тоже грунтов. Не сделать, держит форму. Вот Елена посоветовала в грунтовку добавлять лака немного. И она получается как защитное идет покрытие и дает прочности. А потом уже лаком. Вот, да, строительная грунтовка вот для этих целей подойдет. Просто вы не уточнили, для чего она должна подойти. Надечка, у меня счастье, счастье где-то близко. Заказала пачку А3. Жду. Да. Вот. Классно, я тоже хочу такую пачку заказать. Надечка пишет, что город маленький и учить она никого не хочет. Ну, это тоже правильно. Если нужно, есть интернет. Он всему научит. Просто надо, иногда надо потратить время для того, чтобы чему-то научиться. Всегда есть все бесплатно. А если надо все и сразу, то я считаю, что за это надо платить. Так же, как и для меня сейчас главный вопрос про сейчас пойдет в школу с этими репетиторами. Все можно самим, а вот английский язык. Без как языковой среды, без живого общения, если ни разу не слышал слова, как можно научиться по интернету? Ну, хотя сейчас аудио, все, пожалуйста, учитесь. Это нет, это я просто не про... Это я я училась по учебникам, у нас же не было такого, да. Можно всему научиться, взять бесплатные курсы и научиться. А если кого-то учить, не грех это делать и за деньги. Вот, мне вчера про Мариарти спрашивают, нигде не видели, не слышали, как красить трубочки с латексными водными красками. Это как резина. Вот, да. Мне вот написали вчера в комментариях, я читала в комментариях про покраску, по-моему, в черный цвет мне писали. Про резиновую краску. Я еще ни разу не пробовала. Но вот, да, написали. И как красить, там написано в комментариях. Я про плетение. Вот смотрите, про что я говорила. Что хорошо, что одна часть идет вниз. Вот, кстати, вот она, нижняя часть будет. Вот это вот. Здесь вот вышло плетение, идет почти вровень. Все уже надо. Здесь получается я раз, два.
делала укороченные ряды, и все. Так, один у меня укороченный ряд. Да, и второй, вот он, в начале. И здесь у меня получается, вот они уже идут ровные, что, а то будет здесь получится, как вот тут вот. То есть, ну, ну, мне не нравится, как вот здесь вот получилось. Поэтому я сейчас буду вот ровно плести отсюда до сюда, до верха. А здесь я уже к окончанию посмотрю, что делать. То есть, может быть, просто двух раз туда-обратно вот с укороченными рядами хватит. А здесь я делала один. Здесь я делала тоже два, но они рыхлее намного вышли. Просто я меньше, наверное, подтягивала трубочки. Так что смотрите по плетению, как вот вам больше нравится. И верх уже плести начисто получается, чтобы без косяков. Так, девчонки, ко мне в гости. Я надеюсь, все доплетут до конца вот это вот. И вторую часть до завтра. Ну, если не успеете сплести, я, в принципе, до завтра, до послезавтра я сплету. И мы покажем, я покажу, как ее крепить, как я креплю. Основание здесь сделаю и загрунтую, и на своей покажу, как патину наносить. А вы тогда подождете, когда грунт просохнет, патину, если понравится, будете наносить уже на загрунтованное изделие. Так, все, спасибо. Так, сейчас прочитаю. Елена пишет: девочки, делюсь своим последним экспериментом. Покрасила морилкой палисандр, сильно разведен, блендом бежевый. Цвет показался скучным и тоскливым. Добавила ложку перламутра, и получилось вау. Ну, надо попробовать. Так, что-то я еще не успела прочитать про курсы классные с практикой в Ютубе. Лен, это ты, наверное, про этот, про, ты имеешь в виду про английский язык, или я что-то тут не успела прочитать, у меня чат ушел совсем. Не успела прочитать. Я, если, Лен, если про, ты про курсы про английского, то ссылочку можно, но мне пригодится года через два. Ну, я просто вот совсем недавно разговаривала на эту тему, поэтому вот возник такой вопрос. Ладно, все, девчонки, до свидания. Держать вас больше не буду. Получается, у нас, у меня эфир будет следующий сегодня вечером, завтра вечером, а утренний послезавтра. Все, жду вас в гости. Будем заканчивать. До свидания.